Основной повесткой заседания Общественной палаты Ленинского городского округа стала подготовка к предстоящим выборам в Государственную и Московскую областную думы. Члены организации обсудили вопрос формирования наблюдателей и мониторинговых групп. В этом году выборы пройдут в уникальном формате. Продлятся 3 дня – с 17 по 19 сентября. Людей придется задействовать гораздо больше, чем обычно. Этот вопрос находится под личным контролем председателя палаты муниципалитета. С коллегами обсудим вопрос соглашения между Общественной палатой Ленинского городского округа и Общественной палатой Московской области, где мы, соответственно, должны сформировать, точнее, уже сформировали блок общественных наблюдателей. По данному, скажем так, механизму мы работаем не первый год уже, последние 4 кампании проходят именно с участием Общественной палаты как непосредственным участником выборного процесса. Также общественники обсудили вопрос отмены дней доноров в Ленинском городском округе до конца этого года. Инициатором по данной теме выступили представители Красного Креста. Связано это с активной реконструкцией медицинских учреждений муниципалитета и желанием создания отдельного стационарного донорского пункта. Идею поддержали и почетные доноры округа. Главврач и, соответственно, Зина Анатольевна подтвердили, что на базе МОКовской поликлиники откроется постоянный пункт забора крови. Соответственно, данная работа будет хотя бы теоретически возобновлена. Большое внимание члены общественной палаты уделили вопросу подведения итогов работы за лето. В связи с эпидемиологической обстановкой некоторые проекты осуществить пока не удается. Приемы населения приходится вести онлайн, однако общественники все равно находятся в тесном контакте с жителями. Нынешний состав, которому всего год, подобрался более чем компетентный. Люди хотят бой, люди рвутся, люди готовы, но мы всегда находим работу. У нас есть многодетные семьи, у нас есть общество инвалидов, где всегда нужна помощь. Все комиссии работают одинаково, ровно, всегда есть какие-то проблемные места, то есть те же самые неуборка контейнерных площадок, значит, сразу выезжаем. То есть неважно, какой ты комиссии, ты готов, ты можешь, ты придешь. Какие-то дороги, ямочный ремонт необходим, детские площадки, спортивные площадки, подъезды проверяем. Не обошлось и без приятной части. В завершении заседания благодарственные письма некоторым членам общественной палаты вручили представители Центра социального обслуживания «Вера» и общества инвалидов. Деткам с ограниченными возможностями здоровья к Дню защиты детей. И сегодня мы благодарим наших друзей, которые нам помогли в этом. В новый осенний период члены общественной палаты идут с боевым настроем и уже задумываются о реализации допустимых социально важных проектов. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.